августа, 1839 год. Я не виноват. Этот гад манипулировал мной. Он сыграл на моей совести и бросил меня один на один с тенью. Чертов манипулятор! Он что, ждет, что я просто приму смерть, пока он овладевает величайшей силой во Вселенной? Клянусь, я убью тебя, Александр! Жаль, что тень не достала меня в Лондоне или в Алжире. Тогда ничего бы этого не было. Ты превратил меня в чудовище, в убийцу! Я жду смерти. У меня нет сил бороться. Колени подгибаются. Я ничего не вижу, потому что в глазах стоят слезы. Я сломлен, как те несчастные, которых я замучил. Я хочу стереть свою боль, как мы стирали память наших жертв. Все думал, придешь ты или нет. Я вижу, Агриппа убедил тебя помочь. Теперь тебе все ясно и понятно.
Я теперь злодей. Добро и зло. Такие удобные понятия, но едва ли применимые в нашем случае. Неужели ты так слеп, что не видишь во мне добра и не видишь зла во Григоре? Спасибо, друг. Твоя жертва не будет напрасной. Тебя будут помнить. Помнить вечно. А я-то все думал, придешь ты или нет. Я вижу, Агриппа убедил тебя помочь ему. Теперь тебе все ясно и понятно. Я теперь злодей. Добро и зло. Такие удобные понятия, но едва ли применимые в нашем случае. Неужели ты так слеп, что не видишь во мне добра и не видишь зла во Григоре?
Вот он. Ты видишь его, Вейер? Он не заслуживает такой участи. Помоги им. Я знаю, ты можешь. Не волнуйся, Даниэль. Все будет хорошо. А я-то все думал, придешь ты или нет. Нет, не делай этого. Я понимаю, ты сомневаешься. Стой, Даниэль! Ты все испортишь. Мы уже так близки, прошу. Нет, глупец! Ты погубил нас! Погубил нас обоих! Это был мой величайший триумф. С тех пор тьма отпустила меня. Думаешь, я боялся бежать из Бранденбурга? Как раз наоборот. Я знал, что это мое чистилище. Адское пламя, которое очистит меня от грехов. Я не отрицаю то зло, что совершил, но я заплатил цену. Я отдал им этого ужасного человека. Я поступил правильно.